сразу у нас Пашочек поехал в другую зону, в зону спайна, сделал два бара очень амплитудных, высоких, красивых и амбреллу вот такие. Переходит у нас дальше Паша на столик с амплитуднейшим бэк-клипом. Увез Пашочек. Правда, немножечко опасен-то, видимо, на новых мемов хотел, но немножечко мне удалось. Трак-драйвер есть, просто налетел на Пашу, вывозит. Переходит в другую зону. И что же там сейчас будет? Два лета на столик есть. Переходит дальше. Итак, Пашок разгоняется на драйвбокс. Нет, на столик. Баттеркарчик очень амплитудный. И давайте. Посмотрим райдера, потому что у Пашка еще целых 20 секунд. Брай, очень классное исполнение. Именно такой маленький подкатик. Пашочек, у нас с тобой остается время буквально на заключительный крючочек. И поэтому, мне кажется, надо добрать все то, что ты так хотел. Итак, раз, есть барфистик. Итак, поаплодируем райдеру. Молодец, Пашок. А мы потихонечку.